Ханты-Мансийск в очередной раз стал площадкой для обмена опытом между начинающими нефтяниками. В столице Югры прошла уже 16-я по счету окружная конференция молодых специалистов предприятий недропользователей. В Ханты-Мансийск приехало около 300 югорских участников. От вас зависит, конечно, наша стабильность на десятилетия. Перед вами стоят важные задачи для округа, в том числе в области промышленного освоения трудоизвлекаемых запасов нефти. На конференции молодых специалистов сразу 7 сотрудников Салым Петролиум представили передовые технологии компании. Одна из тем – электронная система нарядов допусков, внедренная компанией на Салымской группе месторождений. Ранее наряды допуски оформлялись на бумаге. Мы интегрировали в электронную систему. И все наряды допуски создаются, утверждаются, и согласуются и выдаются в электронном виде, в электронной системе, онлайн. Наша компания одна из первых в России, внедрившая систему такого класса. Это достаточно сложный аппаратно-программный комплекс, который позволяет получить доступ к системе с любой точки месторождения, оформить допуск на работы, оценить риск, возможно, при необходимости заблокировать оборудование, то есть сделать все, чтобы работа велась безопасно. В приоритете у Салым Петролиум и разработка нетрадиционных коллекторов, а также трудноизвлекаемых запасов. Ведь на сегодняшний день вся легкая нефть уже практически добыта. В планах у молодых специалистов дать компании возможность продолжать сохранять темпы добычи благодаря вовлечению в разработку новых резервуаров. Необходимо наращивать ресурсный потенциал, и для этого необходимо изучать глубокие горизонты, такие как Нижнеюрский природный комплекс, природный резервуар. Инженер-аналитик по добыче нефти Анастасия Мусарина на конференции начинающих нефтяников представила проект компании «Салым Петролиум» по применению высокооборотных энергоэффективных установок по добыче нефти. Это интересная установка, которая, возможно, будет интересна для использования для наших коллег и других компаний, поскольку она оснащена, сама установка оснащена постоянными ультраэнергоэффективными магнитами и позволяет сократить энергопотребление на тонну добычи нефти. По результатам конференции Анастасия Мусарина заняла первое место в секции добыча нефти и газа с докладом применения высокооборотных погружных насосных установок в целях оптимизации добычи нефти.